Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Ноября во всей стране отметили День народного единства. В честь этого с традициями разных народностей смогли познакомиться и жители Тувы. Так, 4 ноября в Кызыле прошли праздничные гуляния, концерты и представления. Празднование началось в молодежном парке Кызыла. Также в этот день представители всех народностей, которые проживают на территории Тувы, собрались в стенах Национального театра. На выставке-ярмарке можно было попробовать всевозможные блюда разных диаспор, а в концертном зале в полной мере ощутить атмосферу праздника. На дворе ноябрь, на улице уже по-зимнему холодно, а в доме по улице Красноармейская, 64, до сих пор холодные батареи. Четыре семьи, которые вынуждены жить в спартанских условиях, обогреваются, чем могут. Много одеяла, там накроемся, ребенок мерзнет, ему тоже надо как-то решить эту проблему вместе с соседями, решаем через телевидение. А за отопление тоже оплачиваете, да? Да, оплачиваем. Ага, сколько вы в месяц оплачиваете? 1700 рублей. Чтобы согреть двухгодовалого внука, Гариб Хавалых поет его горячим чаем. Также в ход идут обогреватели и электроплита. Хоть все это и заставляет бешено крутиться счетчик, другого способа повысить температурный режим в доме отсутствует. Рядом через стенку от семьи Хавалых живет кызылчанка Марина Шайбаль. Температурный режим также привнес коррективы и в быт пенсионерки. Теперь женщина проживает только в одной из комнат своего трехкомнатного дома. Гостиная превратилась в кладовую. Температурный режим чуть выше 10 градусов. Градусов тепла позволяет хранить овощи с оленем. А, ну вот посмотрите, какие у нас батареи, как вот какое тепло, 12 градусов. 12 градусов. Здесь невозможно находиться в такой температуре, но мы замерзаем. Холодные батареи также дома и у Инны Хавалых. Это единственная теплая комната в нашем доме, потому что мы обогреваем его с помощью камина. Ага. Остальные комнаты у нас все двери закрыты, чтобы хотя бы оттуда холод не тянул. И вот не только мы мерзнем, и наша кошка. Мы ее укутаем как можем. По словам жителей, такая ситуация сложилась из-за вышедшего из строя теплового насоса, который, в свою очередь, находится в пожарной части номер 1 Кызыла. Оттого тепло, которое подает Кызылская ТЭЦ, до близлежащих домов просто не доходит. Жители жалуются, что ремонт насоса, да и ответственность за его работу ни Кызылская ТЭЦ, ни пожарная часть, на территории которой находится агрегат, не хочет на себя брать. В надежде прояснить ситуацию, жители дома Красноармейская 64 караулят руководство пожарной части. Я здесь давно живу. Как нас передали ТЭЦ, у нас начались проблемы. Понимаете? То другое. У вас значит, конкретно к нам какие претензии? Да, что у нас нет тепла, у нас здесь градусов тепла. Хорошо, кто вы? Я жилец вот этого дома, 64. У вас есть договор теплоснабжения? Так нас вы почему передали в ТЭЦ, насос не передали? Это же ваши проблемы. Почему вы нас передали? Мы платили, когда вам деньги за отопление, за воду. У нас было все хорошо. Подождите. Мы сюда дорогу забыли. Сейчас ведется вот диалог. Я сейчас скажу. Как нас передали ТЭЦ, за насос никто не отвечает. Ни ТЭЦ, ни вы. Значит, ТЭЦ говорят, что вы отвечаете за насос. А значит, вы говорите, ТЭЦ отвечает, так как мы платим туда. Так насос, почему? Ключ находится у вас на проходной, а вы не отвечаете за этот подвал. Подождите. У ТЭЦа туда полный доступ есть. Они приезжают периодически. ТЭЦу, когда выгодно, они приезжают, да свои какие-то переключения говорите? Там выполняют. Я в прошлом году была здесь, подождите, с вами разговаривала. Я вас выслушал. Вы извините, я вас выслушал. Почему вы мне слова не даете сказать? Потому что вы не правду Вы сейчас говорите. Вот пригласили телевидение да. На основании чего? Вы сейчас отвлекаете потому от работы. Вы объясните, не пожалуйста, насос, как мы не даем тепло? Насос не включен. Насос вообще, он вышел из строя, насколько я знаю. Кызыльская ТЭЦ написали сейчас письмо. Мы готовим им ответ. Но у нас нету насоса, вы извините меня. У вас договор с кем на теплоснабжение? Почему вы к нам приходите? Договор надо писать. Вы объясните, пожалуйста. Вы договор взяли с собой на теплоснабжение? Кто у вас является гарантированным поставщиком тепла? Вот покажите, почему вы сюда идете в пожарную охрану? Они нас посылают к вам, потому что через вас насос. Ну а что они вас в магазин куда-нибудь не посылают? Объясните, пожалуйста.
Разговор получился малосодержательный. Ответы на свои вопросы женщины так и не получили. В свою очередь, телекомпания «Новый век» обратилась в Главное управление МЧС региона и задали вопрос, который так волнует замерзающих жителей. Какой организации все-таки принадлежит сломанный тепловой насос? В настоящее время данный тепловой пункт собственника не имеет. По данному поводу, первый отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Тыва неоднократно обращался письменно с 2015 года в мэрию города Кызыла с просьбой о признании данного теплового пункта как бесхозяйственный и передаче его в специализированную теплоснабжающую организацию города Кызыла, такая как АО «Кызыльская ТЭЦ». Такой же вопрос мы задали главной теплоснабжающей компании города. Данное ЦТП относится по нашим актам разграничения границы, относится как раз к данной пожарной части, к первому отряду. Нам это здание не передавалось мэрии города Кызыла на обслуживание. Вот именно это ЦТП седьмое. Что оно как было, осталось на балансе и пожарной части, так оно и осталось. Ответы мы получили противоречивые. Между тем, жители замерзающего дома по Красноармейской 64 обратились в жилищную инспекцию Тувы. Надзорный орган провел свою проверку. Да, вчера была комиссия совместно с представителями Кызыльской ТЭЦ, МЧС, с муниципальным образованием, с представителями мэрии. В ходе проверки установлено, что на территории пожарной части, на тепловом пункте, вышел из строя электродвигатель. Кстати, чего нарушен режим теплоснабжения отключенных потребителей. Вчера понедельник, то есть они устранили электродвигатель, отремонтировали, и после чего запустили этот электродвигатель. И после запуска вчера уже восстановлено теплоснабжение. В 64-м доме уже было восстановлено. Данный насос в настоящее время является бесхозным, так как СТП номер 7, который расположен на территории пожарной части Мерия, пока никому не передали. Получается, вроде как тепло после проверки в дом по Красноармейской 64 дали, тепловой насос привели в действие. Да и хозяина многострадального агрегата в скором времени мэрия Кызыла определит. Но на деле оказалось, что радость, точнее тепло в домах наших героев держалось недолго, а именно ровно сутки. Приезжают люди, включают этот насос, давление пошло, тепло пошло, все, отопление есть в доме. Через какое-то время кто-то его постоянно отключает. Сами вот эти вот ребята, они сами так сказали. Потому что тепло есть, насос работает. Все, что надо, это только его включить, чтобы в доме было тепло. Кто-то постоянно отключает этот насос, хотя при этом говорят, что это бесхозное, это не их. Они за это не отвечают, пожарные сами так говорят. За время изготовления данного материала тепло в доме по улице Красноармейская, 64, то появлялось, то загадочно пропадало. Жители, уставшие от такой абракадабры, решили обратиться в прокуратуру Кызыла. В свою очередь, телекомпания «Новый век» также будет следить за делом неуловимого тепла по улице Красноармейская, 64. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятские мехабелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. Со 2 по 7 ноября в ЦУМе. Глава Тувы Шалбан Карол принял участие в работе правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства страны Виталия Мутко. Главными вопросами на мероприятии стали проект федерального бюджета на 2019 год, а также ход реализации комплексного плана модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и национальных проектов в субъектах страны. Сразу после прилета с рабочей поездки в аэропорту глава Тувы Шалбан Карол встретился с журналистами региона и рассказал про итоги московской командировки и о векторах развития республики в будущем. Если говорить о нашей очередной поездке, то я вам скажу, что это была очередная наша командировка. Предыдущая была 1,5 недели до этого.
будущее это 8 числа, 8 ноября, это через 6 дней, да, получается. Вот, вот в таком темпе мы сегодня работаем. Я опять же говорю, это не для того, чтобы перед кем-то хвалиться по поводу какой-то некой такой интенсивности работы. Нет, а на самом деле мы находимся в среде, в котором побеждает или выигрывает только тот, кто более подвижен, более целеустремлен и более аргументирован в своих заявках, в своих действиях. Сейчас идет как раз тот момент, когда нужно формировать 2019 год, финансовый 2019 год. Во втором чтении в Государственной Думе находится закон о бюджете, а значит, еще есть возможность внести те последние поправки, которые можно было бы добиться при формировании финансового документа на следующий 2019 год. Вот поэтому и интенсивность тех поездок, которые у нас есть. Реально, на самом деле, конечно же, у меня нет ну, такого резона, что ли, писать каждый свой шаг. И в этом и надобности, наверное, нет, да и это неинтересно. Ну вот, допустим, в той хронике, которую писал по поводу командировки, ну там выпали несколько официальных встреч, которые мы проводили. Ну вот крайне вчера, например, перед самым вылетом у меня была очередная, как же она называется, межведомственная, наверное, комиссия по подготовке Государственного совета, в котором я вхожу под председательствованием мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Я являюсь там членом этой комиссии, где мы готовим предстоящий госсовет, который состоится по вопросам национальных проектов. Это тоже очень интересная, насыщенная работа была. Ну, откровенно говоря, уже весь такой обмякший сидел, и ко мне подходили и спрашивали, что случилось. Я говорю, нет, уже готовлюсь домой. Ну, в общем-то, спасибо вам, что обращаете внимание на деятельность правительства. Это очень важно для нас, потому что очень хотим, чтобы наши земляки знали о наших вопросах, как мы их решаем, насколько успешно, где-то не получается. Я готов об этом докладываться. Вы совершенно правы. Одним из важных совещаний, на которых я присутствовал, это было как раз правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Мутко. Виталий Леонтьевич вообще человек очень такой пытливый, и в этом отношении правительственной комиссии проходит очень таким презентабельным, что ли, образом, где присутствуют практически все министры. Например, на этом совещание, которое он председательствовал, был первый вице-премьер, министр финансов Силуанов, там, министр просвещения, министр культуры, министр экономики, министр, кто там был, первый заместитель министра финансов. Пожалуй, все ключевые министры, которые очень нужны были для согласования встреч. Поэтому не воспользоваться вот такой возможностью, это было бы, конечно, глупостью. Если бы даже, там, не знаю, дополз бы. Поэтому присутствовал, имел возможность выступить. Потому что очень важно нам конец года завершить должным образом. Не то, что даже 2019 год. А говоря о 2018 году, можно сказать о том, что при всем том, что у нас на этот год довольно существенное повышение и дотаций, и субсидий, то есть всех финансовых средств, которые федеральное правительство нас поддерживает. Вот в 2018 году, пожалуй, один из таких хороших бюджетов было сформировано. Благодаря этому мы смогли, по большому счету, сделать и индексацию для бюджетников 4%, пусть даже не столь существенно. 4, кому-то 6% мы индексацию сделали для тех коллег, которые работают на муниципальной службе,
само собой разумеется, указным 13 отдельным категориям. Это и работники библиотек, и заканчивая там медсестрами, врачами, учителями. Мы являемся регионом, у которого довольно хорошее повышение зарплат. Понятно, что это связано и с коэффициентами нашими районными. И благодаря этому в сибирском регионе, по крайней мере, мы выглядим более-менее прилично. Но между тем, все-таки я на этом совещании заострил внимание всех присутствующих, в том числе Министерства финансов, на то, что в Туве, откровенно говоря, говорить об экономическом развитии нам не приходится, я так и сказал, потому что каждый второй рубль нашего бюджета – это зарплата бюджетных работников. Не то, что там говорить о вложении денег в экономическое развитие, промышленное, там, сельское хозяйство, там, непосредственно поддержку малого и среднего бизнеса. Каждый второй рубль является деньгами бюджетников, но при этом я сказал, что мои коллеги, которые работают в бюджетной сфере, земляки, которые работают в бюджетной сфере, так получилось, что за последние годы я не имел возможности для них делать индексацию зарплат, и получилось, довел до такого состояния, что даже там, до 10% тех, кто получали зарплаты с республиканского бюджета, уже на грани бедности. Это тоже реальность, которую я имею, и это рассказал на этом правительственном комиссии. Поэтому прошу обратить внимание на следующие обстоятельства. То есть я сказал о том, что в мае 2018 года произошли существенные изменения в решениях федеральной власти. Это повышение МРОТ, минимальной зарплаты. Это первое. И второе, в 17, по-моему, декабря 2017 года состоялось решение Конституционного суда, по которому следовало, что к МРОТ, то есть к тем самым минимальным зарплатам, которые за основу принимаются при расчетах зарплаты, добавляются еще районные коэффициенты. По Москве, как известно, это еще с 90-х годов прошлого столетия, это было решение о том, что большинство районов Тувы приравнены к районам Крайнего Севера. Это значит, что коэффициент 1,9 к зарплате должен быть приравнен, и, соответственно, у людей должно быть довольно существенное повышение зарплаты. К стыду нашему, таких денег у нас нет в бюджете. И в этом отношении это более 3 миллиардов рублей. Вы представляете, вот общая зарплата у нас составляет 13 миллиардов 900 миллионов рублей. А вообще бюджет наш – это 27 миллиардов рублей. Как я сказал, видите, почти каждый второй рубль – это зарплата бюджетников. При этом это зарплата бюджетников, в котором нет предусмотренных по закону коэффициентов. Это, конечно, беда. Поэтому мне очень важно было об этом рассказать министрам социального блока правительства России, да и Виталию Леонтьевичу Мутко, который является человеком, который сейчас несет особую ответственность за региональное развитие. Вот это, пожалуй, основное внимание, которое я обратил на это правительственной комиссии. Тут же имел возможность переговорить и с министром здравоохранения, министром просвещения. Не успел, правда, с министром культуры переговорить, он быстрее убежал. Поэтому это такой вот правительственная комиссия, в котором были изложены со стороны министров России подходы к национальным проектам. Известно, что в 2018 году президент выпустил указы. Они для нас архиважные, потому что вот буквально на днях, если получится сегодня, я проведу со своими коллегами, членами правительства, совещание установочное, по которому еще раз освежим памяти те пункты вот этих вот майских указов, в которых заложена очень существенная поддержка со стороны Федерации.
Я вам уже говорил, если вы помните, крайний раз, когда мы встречались с журналистами, я там как раз-то напоминал, что существует, знаете, такой, ну что ли, слишком упрощенный подход к средствам, деньгам, которые приходят в ТУ. Часто слышишь о том, что да, это же, мол, федеральные деньги, это так и так должны. Так и так, мол, должны поступать деньги на строительство там, ну, помещений для детей-сирот, например. Или там должны дома строить по переселению людей из аварийного жилья. А по зарплате так это вообще обязано. Может быть, с точки зрения там, конкретного человека, это допускается такая мысль. А вот для правительства Тувы это непростая ситуация, потому что, во-первых, повторюсь, вы уж извините за тавтологию, для того, чтобы претендовать на федеральные инвестиции, в том числе государственные инвестиции, нужно хотя бы две основополагающих вещи. Первое, самое главное, это подготовка надлежащих документов, где мы пишем, обосновываем о том, что Республика Тыва действительно нуждается в данной поддержке или в данных субсидиях, или в данном конкурсе участвуем, потому что, и мы изъясняем свои аргументы, подготавливаем все необходимую документацию. Как правило, это непростые документы, связанные по проектным документациям, прохождение государственных экспертиз. Часто бывает, что государственные экспертизы – это федерального уровня. И в конечном итоге это неоднократная бюрократическая работа, где министерство и, соответствующая правительственная наша структура, где мы друг другу как бы так объясняемся по поводу этих документов. Это одна сторона вопроса. Второе, о чем особо хочу подчеркнуть перед своими земляками, коллегами, это то, что прежде чем претендовать на государственные инвестиции, нужно показать о том, что правительство России сейчас именно так действует. Объявляется конкурс, да, вот, допустим, конкурс, ну, на строительство домов для детей-сирот. Есть федеральный закон, по которому эта категория населения должна обеспечиваться квартирами. Поскольку в одночасье государство не может этого обеспечить, мы это делать будем постепенно, так примерно звучит. Поэтому тот регион, который сможет со своей стороны вложить деньги на реализацию данного закона, мы будем финансировать. И там как раз-то и озвучиваются условия. Вот по данному, допустим, по строительству для домов для детей-сирот, там 43, по-моему, процента софинансирования. Кроме 43% софинансирования, тепло, электричество и вопросы подвода воды и всего остального – это за счет регионального бюджета или там муниципального бюджета или частных лиц. А это, как правило, даже не 43%, а переваливает за 50%. То есть, если мы 100 миллионов мобилизовываем, то привлекается 100 миллионов. 10 миллионов – значит 10 миллионов. 500 тысяч – значит 500 тысяч. В таком порядке. Подчеркиваю, что когда я начинал свою деятельность на посту председателя правительства, эта программа уже действовала. Мои предшественники привлекали 1 миллион рублей. Мы по 2018 году на строительство домов для детей-сирот привлекли 168 миллионов рублей. Самый пик, я этим очень горжусь, но одновременно, конечно, понимаю, что до сих пор это головная моя боль, потому что 4600 детей этой категории или людей этой категории до сих пор нуждаются в этих домах. И там очередь. В 2014 году мы привлекли 196 миллионов рублей и за счет этого 204 федеральных денег. И в один год 414 квартир ввели. Итак, второй пункт – это то, что если Тува будет иметь возможность зарабатывать собственные доходы, наращивать свою экономику, наращивать свою хозяйственную деятельность и жить по своим средствам, чтобы участвовать на разного рода
федеральных инвестициях, то при этих условиях у нас есть возможность наращивать финансовые деньги, которые поступают на различные направления. Это вот две основополагающих вещи, которые очень нужны для того, чтобы мы претендовали на государственные инвестиции. Одна из таких важных для меня встреч – это министр строительства Российской Федерации. Это Владимир Владимирович Якушев. Знаете, он относительно недавно был назначен министром. И я ради приличия даже должен был с ним встретиться, потому что это мой коллега, он сибиряк, возглавлял Тюменскую область, одну из самых таких ключевых, сильных наших структур, вернее, регионов Российской Федерации. И не случайно он сейчас уже стал министром. Поэтому я его поздравил, обнялся, потому что общался, имел с ним возможность взаимодействовать. Ну и, конечно, это явилось основой для такого деловой встречи, где я рассказал о своих чаяниях, вопросах. А вопросы таковы. Первое, самое главное, это все-таки достроить наши котельни. Это Шаганары, Ак-Довырак. Мы на это уже потратили 396 миллионов рублей. Оборудование здесь в наличии есть. Для того, чтобы достроить Шаганары объект, это нужно 1 миллиард 200 миллионов рублей. В Ак-Довыраке 1 миллиард 098 миллионов рублей. И, к сожалению, так получилось, что уже в течение, по-моему, 3 лет, финансовых лет, начало строительства было заявлено, первая покупка уже была проведена по поводу оборудования. Более того, подрядчик, который выиграл конкурс, мы его уговорили продолжать работу. И он остановился на 2-м годе и потребовал от государства, чтобы были оплачены те усилия, ту работу, которую он проделал. Честно скажу, он уже в суд подал на нас, на правительство, для того, чтобы мы оплатили перед ним кредиторскую задолженность. Конечно, они имеют право за проделанную работу получать свои доходы, свои деньги. Я буду стараться быстрее эту ситуацию наладить. Но Владимиру Владимировичу Якушеву я именно обозначил, что с точки зрения государства это неразумно, когда уже вложены значительные деньги, а вот дальнейшее продолжение этих объектов не идет. Это одна сторона вопроса, а второе – в 2013 году в результате землетрясения данные наши теплоцентрали были признаны одними из самых аварийных, критически аварийных. В этом отношении это не только вопрос просто обоснованности государственных интересов, это вопрос безопасности. Мы являемся регионом с резко-климатическими условиями, и в этом отношении, к сожалению, уже это, ну, плохим образом отражалось на нашем бытии. Допустим, Ковоксинская авария. Или там, скажем, в 91-м году здесь, в городе Кызыле. Или в 94-м или 95-м году это в Ак-Довыраке. Поэтому в этом отношении у нас, к сожалению, уже набирается определенная такая нехорошая статистика. Вот мы сейчас накануне зимы стоим. И, соответственно, нам очень важно, чтобы обратили мы внимание на деятельность наших всех котелен, и в частности вот двух вот этих вот котелен, которые мы спешим достроить. Это первый вопрос. Он обещал, я в том числе и потом, уже на следующий день, встречаясь с Виталием Леонтьевичем Мутко, получил от него очень хорошую резолюцию, когда я ему объяснился, рассказал об этом. Он структурам аппарата дал прямое поручение о том, чтобы она была исполнена и сделана, потому что основой первого финансирования явилось мое обращение к президенту, когда я встречался с Владимиром Владимировичем. Вот это вот такая вот работа. Второй пласт вопросов – это, конечно, коммунальное хозяйство.
Владимир Владимирович, я объяснялся по поводу реформы, которая делается сейчас в борьбе с бытовыми отходами, так называемыми твердыми бытовыми отходами. Мы являемся регионом, который тоже имеет здесь уже накопленные некие проблемы, которые комом нарастают. Не в той мере, как в Москве, Московской области, в других центральных регионах. Наверняка вы слышите, что там это имеет весьма серьезные последствия, и общественность по праву ставит вопрос о том, чтобы там мусорные полигоны просто выносились в другие регионы и так далее. Это такая серьезная проблема, которая требует немедленного реагирования властей. А у нас это бесхозяйственность, которая у нас есть вокруг наших территорий. Даже если исходить из того, что у нас территории более чем достаточно, мусорные полигоны у нас размещаются в непосредственной близости к населенным пунктам, и к великому нашему стыду наши муниципальные руководители, даже принимая эти решения, особо не удосуживаются эти полигоны вынести за пределы населенных пунктов, в какой-то мере оградить их, обеспечить их какую-то скрытность, а тем более какую-то утилизацию. Утилизация заканчивается только единственное, что там поджигает этот мусор, и он бесконечно там горит. Конечно, это требует такого комплексного подхода и немалых денег. Но и одновременно, я думаю, просто хозяйский взгляд, хозяйское отношение тоже бы не помешало. Вот Владимир Владимирович, я рассказал о том, что в Туве у нас был проведен аукцион или конкурс на выявление единого оператора, как того требует федеральный закон. Его выявила некая красноярская фирма. Я пытаюсь выяснить, что за фирма, занималась ли она соответствующим видом деятельности. Я для себя выяснил, что нет. А значит, это просто портфельная фирма, которая приехала, извините, ситуацию просто, на мой взгляд, стричь деньги. Но кардинально, революционно ничего не сделать нового. Нам по-прежнему нужно заниматься вопросами благоустройства самим, наращивать муниципальное унитарное предприятие, которое занимается в этой области уже десятилетиями, и не расслабляться в этом отношении. Я слышал о том, что эта компания, которая выиграла конкурс, проводила уже несколько совещаний, которые сводились к тому, что только вот, мол, тарифы будут увеличены, что сейчас вы деньги платили в одну точку, а вы сейчас будете мне платить. Мы ему не дадим так себя вести. Мы хотим, чтобы вместе с нами развивались в том числе структуры, которая выигрывает конкурсы, но при этом должны они делать все для того, чтобы исполнить функционал и, соответственно, вести ту работу, которая предписывается законодательством. В данном случае это должно быть строительство мусороперерабатывающего завода, строительство полигона соответствующими там требованиями и, конечно, вложение денег. Не только просто выиграть конкурс, а потом бегать по кредитам, там, мол, кредиты я там выберу. Поэтому я обращаюсь к муниципальным своим коллегам, чтобы они не расслаблялись и не думали, что кто-то там приедет и что-то сделает. Нам надо самим этим заниматься, мусором и так далее. А Владимир Владимирович, я известил о том, что мы так хотим, чтобы этот вопрос находился на особом контроле федеральных властей, потому что увеличение тарифов – это очередной раз снижение платежеспособности населения, это снижение доходности людей, а для таких регионов, как Тува, это двойная проблема. Я надеюсь, это будет проведена определенная корректировка федерального закона в этой части. Третий пласт вопросов – это вопрос переселения людей из аварийного жилья. Наш регион является регионом, который стремится использовать те преимущества, которые дает этот закон. У нас нуждается более, дай бог не ошибиться, по-моему, 4000 населения. Мы уже переселили почти 2600 наших граждан из аварийного жилья. Для меня это большое счастье. Я этим очень горжусь внутри, конечно же,
особо не похвастаешься по этому поводу, потому что иногда строители подводят по качеству жилья, иногда и люди, конечно же, желают еще лучших условий. Помните, как в той сказке, когда дали, а я хочу быть, там, как она сказала, да, владычицей, да. Так вот, это так мы устроены, хочется лучше и лучше. Поэтому в этом отношении, конечно же, угодить потребностям людей не всегда удается, но я очень горжусь тем, что вот такие прямые бараки, которые недостойны вообще человеческого достоинства, они убраны. Помните, наверное, вот прямо там, не знаю, на площади Центра Азии один там двухэтажный барак был, или непосредственно в близости от правительства, там, где Почта России, там. Я помню, заходил туда, мне на всю жизнь запомнились условия, в которых люди жили. Сейчас все-таки это более 2600, как я уже сказал, граждан, переселены в новое жилье. Это микрорайон «Спутники», это микрорайон на улице Дружбы города Кызыла, это поселок Кахем, это Хуаксы, это Туран, это Акдоурак. Мы будем стараться и дальше пользоваться теми условиями, которые дает эта программа. 38, по-моему, процентов в начале реализации этой программы было требование федерального правительства к софинансированию. То есть, если у тебя есть деньги, 38% от тех денег, на которые вы претендуете, пожалуйста, можете строить. При этом один квадратный метр жилья для вашего региона определен 28 тысяч рублей за квадратный метр. В то время, когда в Туве коммерческое жилье на втором рынке стоило 45 тысяч рублей. И надо было умудриться, чтобы себестоимость, когда квадратного метра стоила там за 40, за 28 тысяч рублей построить. Вот почему иногда конкурсы эти признавались несостоятельными, потому что строительных организаций, таких умеющих считать и относящихся ответственно к государственному заказу, было, ну, расчетливо они подходили к этим конкурсам. Но вот появлялись компании, которые заявлялись о том, что мы сможем. Так появились здесь красноярские компании, абаканские, которые потом уже явились фигурантами уголовных дел. Например, ООО «Вертикаль». Сейчас идет очень серьезное разбирательство по поводу незаконного обогащения этой компании, которая не построила в сроки вовремя тот заказ, контракт, который они заключили. И стоит вопрос по поводу возврата более 80 миллионов рублей. Жулики. А с другой стороны, есть и более достойные примеры, как, например, наш земляк Крапивин, который смог так организовать свою деятельность, что один дом построил. Мы вместе имели непростую историю взаимоотношений по поводу строительства этого здания. Строители – это всегда те, кто по своей линии идут, а мы – структура, которая постоянно торопит и постоянно надзирает за качеством работы. Но, тем не менее, мы построили. И с каждого здания, с каждого пройденного пути он, Николай, если не ошибаюсь, Антонович, по-моему, Крапивин, наш заслуженный строитель, вот он нарастил хорошую практику. Вот те дома, которые построены около городской поликлиники, это его дело рук. И мы там как только не строили. Когда поставили вопрос особого контроля со стороны государства, и казначейство должно финансировать эти работы, довели до того, что пока он сам не достроит, то мы финансировать их не будем. Такое было требование казначейства. Хорошо, что у нас есть Народный банк. Чуть не сказал, я заставил, но мы смогли найти варианты для того, чтобы Народный банк
профинансировал нашего строителя для того, чтобы он определенные виды деятельности смог сделать, а потом лишь претендовал на получение государственных инвестиций. Короче говоря, по тому вопросу, который я говорю, по веткому жилью, у нас есть и отрицательный опыт, к сожалению, и есть положительное. Положительное – это то, что есть земляки, которые сегодня живут в новых домах, но есть еще и планы по дальнейшему нашему достижению показателей. Президент в 2018 году Владимир Владимирович принял решение продолжить эту программу. Он должен был завершиться в 2018 году. А сейчас правительство России поставлено задачу, чтобы эта программа была продолжена по всей России. Мы непременно в нем будем участвовать. Несмотря на те трудности, про которые я сейчас только что рассказал. И об этом же я с Владимиром Владимировичем разговаривал. Ну вот, например, за плохое исполнение показателей 2015 года, согласно соглашению, Республика Тыва должна быть оштрафована на 200 миллионов рублей. Я объяснял Владимиру Владимировичу о наших возможностях и строительной отрасли. Я ему сказал, что когда начинал деятельность, по всей Туве было, вводилось по всем сусекам, по всем источникам всего 26 тысяч квадратных метров. Для вас, скорее всего, это очень смешная цифра. Я так и сказал ему. Но это вот лишний раз характеризует уровень строительной отрасли в Туве и начало старта, как мы начинали свою деятельность. Лишь для этого я ему говорил. И 90%, даже больше, чем 90% вводимого жилья, квадратных метров, это частные деньги. То есть, ну, так называемая индивидуальная жилищная застройка. Сейчас все-таки это более 60 тысяч квадратных метров введенного жилья по этой программе. Переселение людей из аварийного жилья. Представляете, вот там 26 тысяч, а только по одной программе 60 тысяч квадратных метров. То есть мы, получается, если за основу принять вот там 2006 год, то получается за весь год то, что строилось по всем источникам, мы сейчас только по одной программе 2 года вот того, что донастроилось, мы смогли по одной программе сделать. Для меня это радость, но одновременно проблема. Это 200 миллионов штрафа. Если хотите прямолинейно услышать, то я получил поддержку, и Владимир Владимирович обещал мне помочь в том, чтобы этот штраф не был предъявлен Туве, потому что она не соответствует. Мы не сможем просто дальше продолжать эту программу, если 200 миллионов от нас отберут. Вот так вот, прямолинейно, если сказать. Это вот второй вопрос, который мы с ним обсуждали, вернее, третий уже. И четвертый – это вопрос, даже уже мне после полета все упорядочить. Ну, вообще, попробовать решить вопросы коммуникаций за счет федеральных инвестиций. То есть, допустим, есть строящийся дом, там частные инвестиции, допустим, на коммерческое жилье, а подтягивание к нему коммуникаций, это, конечно, было бы государственной задачей. Поскольку у нас денег нет, то часто жилищная застройка у нас не идет. Поэтому, конечно же, надо воспользоваться теми условиями или финансовыми источниками, которые есть у Министерства строительства России, которые реализовываются в больших городах. По критериям город Кызыл не подходит, но по нуждаемости мы должны быть одними из первых. Ну, вроде бы так тепло, но пока не могу сказать, что по этому направлению нас поддержат. В принципе, соответствующее письмо я ему вручил, надеясь на то, что обратит Владимир Владимирович на это направление.
Здравствуйте, Шалпан Валерьевич. Здравствуйте, коллеги. Радиостанция «Голос Азии», Антон Тарханов. Мы с вами находимся в здании аэропорта города Кызыла. Да. Этап реконструкции которого уже в завершающейся стадии. Но земляков, конечно, беспокоит вопрос прямого сообщения, прямого авиасообщения. Сможем ли мы летать прямыми рейсами в Москву? У вас просто была встреча в Росавиации с Александром Васильевичем Нерадько. Удалось ли о чем-то договориться? Понимаете, в пылу дискуссии совещание идет. Я рассказал, как все это начиналось. В пылу дискуссии я никого не хотел обидеть, но получилось так, что это так с каким-то укором, по всей видимости, было услышано. Я потом и извинялся. Но реальность такова. Вы помните, вот здесь вот одноэтажное здание было, а вот это здание, оно строилось более 12 лет. Конца и края не было строительства этого здания. Я ему сказал, что, вы знаете, аэропорт, федеральный аэропорт, когда я вступил в должность, он был на банкротстве. Если бы не региональные наши бюджетные скудные деньги, этого аэропорта уже не было бы, потому что он был бы распродан и, соответственно, закрытый только та кредиторка, и, скорее всего, он бы превратился, ну, наверное, как аэропорт Шушинского. Сейчас это федеральное бюджетное учреждение, казенное бюджетное предприятие, так оно звучит сейчас, ККБ. Мы сперва купили на региональный уровень из банкротства, 60 миллионов тогда вложили. Купили два самолетика, помните, наверное, такие оранжевые самолетики. И за счет этого летали в Красноярск и Новосибирск. Таким образом было начало аэропортовой деятельности. Слава Богу, сегодня уже можем констатировать, что мы сидим в здании, которое было отремонтировано, сделано, доделано, пусть даже с некоторыми проблемами, но она сделана. И взлетная полоса, на которую уже можно сажать среднемагистральные самолеты. В этом отношении пройденный путь у нас есть. Но когда я говорю о том, что, пожалуйста, обратите внимание на то, что когда вот я завтра, говорю ему, прилечу к себе домой, и пассажиров самолета будет встречать красненький трактор, который подъедет за багажом. А в других аэропортах я вижу совершенно иной уровень обслуживания. Да? Там подъезжают сверкающие красивые автомашины, автобусы. И довольно так солидно принимают пассажиров в тех или иных там, аэропортах. И, видимо, переборщил со своими аргументами. Не хотел, на самом деле, его обидеть. Но вот он сказал, если вы намерены себе забрать аэропорт опять на свой республиканский уровень, пожалуйста, забирайте. Я готов вам тут же подписать эти документы. На что я, конечно же, сказал, что вы, если была у меня возможность, я бы это сделал. Потому что понимаю, что особо заинтересованы именно мы, живя в Кызыле, в своем аэропорте, в своем взлетно-посадочном полосе, чтобы это было таким хорошим аэропортовым хозяйством, в котором бы летало большее количество самолетов и обеспечивало доступность региона. Но вы не представляете, с какими проблемами я сталкиваюсь по бюджетным деньгам. И я ему рассказал, и в том числе по поводу средств, которые сейчас не хватает на зарплату людей. Надеюсь, я несколько так обменялись мы мнениями и друг друга поняли. Я обратился в Министерство обороны, не сижу без, что называется, бездействия, что это только ваше предприятие, мол, вкладывайте деньги. Через Министерство обороны мы около 30 единиц техники привозим сейчас, в ближайшее время, и топливозаправочные автомашины, большие МАЗы, и другие виды техники, которые есть у Министерства обороны, мы их привезем. К сожалению, МБУшные. Не новые.
И эту работу мы проделаем, ему сказал. Но, пожалуйста, вложите деньги в то, чтобы трапы были надлежащего качества, чтобы мы не стыдились, когда президент страны приезжает к нам, а у нас там трап разворачивается целыми там минутами, десятками, далеко не свежего качества. Единственный трап, который здесь у нас работает, мы его привезли, когда был республиканское наше хозяйство здесь, аэропорт. Как сейчас помню, около 2 миллионов рублей она стоила. Этим летом из Самары хотел сюда привезти трап, который обслуживал чемпионат мира. Но не смог его привезти, потому что у Министерства обороны нет таких самолетов, в которые входит тот длинномер, который в Самаре есть. Надо заниматься хозяйством. В укор, в том числе и руководству аэропорта города Кызыла, которое больше всего просто уповает на бюджетные деньги и особых таких активностей не проявляет. Но, тем не менее, мы пообщались на предмет материального обеспечения аэропорта, проговорили о том, что мы совместными усилиями будем и здание улучшать, потому что для открытия международного сектора требуется не менее 200 миллионов рублей на то, чтобы выполнить требования всех надзорных структур, и таможни, и пограничной службы, и больше там, обеспечения безопасности, прохождения пассажиров и так далее. Будем изыскивать деньги. Ни в коем случае нельзя останавливаться на этом и добиваться того, чтобы вложенные государственные деньги, они приносили уже эффективность. Только на взлетную полосу 1 500 000 000 рублей вложено. И будет неразумно там летать один раз там, в неделю только в Красноярске и в Новосибирске. Это же ненормально. Но скажу вам так. Полеты между Москвой и Кызылом, допустим, или там между Новосибирском и Кызылом больше интенсивность. Вот сейчас 4 раза летают в неделю. Но у нас получается так, что все это имеет, конечно же, очень большое значение, стоимость билета. Еще в 2013 году мы добились субсидирования этих билетов. Поэтому для отдельных категорий, то есть для студентов, для пенсионеров, существуют здесь льготы на билеты. И там для них стоит там билет, допустим, 3000 рублей, а для остальных 7000 рублей. Но за 7000 рублей, например, с Красноярска можно долететь до Москвы. А у нас только до Красноярска. Поэтому это, конечно же, большие ограничения для Тувы. Для того, чтобы снижалась цена билета, нужно интенсивность полетов увеличивать. Для того, чтобы интенсивность полетов увеличивать, нужно создавать потребность людей именно в использовании самолетов. А это деловые люди, это предприниматели, это большая оборачиваемость людей, это большая доходность, а значит и вопросы экономики. Будет развитость туристических наших фирм, будет здесь туризм развиваться, значит и больше поток пассажиров будет. А значит и не будет стоять вопрос правительства по поводу того, что почему до сих пор рейса нет. Вот в моей памяти было несколько попыток налаживания прямого рейса между Кызылом и Москвой. Помните, наверное, там несколько месяцев летал самолет, которого я уговорил Дерипаска, когда он купил Кахемский угольный разрез. Говорю, раз уж вы входите в наш регион, помогите в организации прямого рейса между Кызылом и Москвой. Так летал самолет. В итоге он долетался до того, что Дерипаска Александр Владимирович мне так и сказал, что мы не можем бесконечно летать в ущерб себе. Тогда он мне сказал, выпадающий, или там, скажем, как правильно сказать, тут 20 миллионов рублей у него, он доплачивал, а не зарабатывал на этом минусом. Поэтому, конечно же, организация прямого рейса, это прежде всего большая должна быть потребность. Будет пассажиры, появятся и авиационные предприятия или перевозчики, которые будут претендовать на ту потребность, которая возникла.
Мы живем в рыночное время, в котором спрос порождает предложение. Мы в данном случае, правительство Тувы, пытаемся создать наоборот. Предложение, а потом спрос. И в этом отношении довольно тяжело приходится, потому что общался я с руководством С7, общался я по телефону, правда, с руководителем Аэрофлота на предмет возможности полетов в Кызыл. Сейчас Нерадько, руководитель Росавиации, обещал мне, что как только закончится бюрократия вокруг ввода взлетной полосы, он в один из субсидируемых рейсов Российской Федерации введет маршрут Москва-Кызыл. Это уже большой шаг в пользу появления этого рейса. Скорее всего, это произойдет где-то 1 марта. Потому что они рассматривают, что вся бюрократическая машина, связанная по поводу деятельности там, разных экспертных структур, которые должны проверить авиационную безопасность, проверить документацию, подписать их, лицензировать аэропорт город Кызыл на аэропорт постоянной дислокации. Сейчас это просто называется взлетная площадка, представляете? Взлетная площадка. По этим основаниям серьезные компании, как Аэрофлот, например, уважающие свою репутацию, не идут на такие соглашения, на такие договора, потому что им важно обеспечение авиационной безопасности. Мы-то с вами понимаем, что это новая полоса, и она намного лучше, чем некоторые. Но вот по бумагам это взлетная площадка. Поэтому я требую и прошу, чтобы Росавиация убыстряла все-таки ход бюрократических действий. Сельскохозяйственная отрасль, как это важно и как это сложно одновременно. Но дело в том, что Тува, несмотря на все ни на что, выходит на лидирующие позиции по Сибири, по сельскохозяйственным показателям. И вот в связи с этим хотелось бы вот спросить, в Минсельхозе России отметили ли эти достижения и светит ли это нашим сельскохозяйственным предпринимателям какой-то большей поддержкой, потому что действительно в сельском хозяйстве работать очень сложно. Это не просто ритейл, перепродажа, это не сразу окупаемость, это много усилий, большая ответственность и, конечно, наша боль и надежда. Да, спасибо вам, что обратили тоже на это внимание. Это действительно так и есть. Я так и министру рассказал о том, что регион имеет объективные обстоятельства, определенный уклад жизни, который дает возможность людям зарабатывать доходы. Так получается, что в Туве основные доходы люди зарабатывают прежде всего через сельское хозяйство. В данном случае через животноводство. И даже зерноводство у нас через животноводство идет. То есть имеется в виду, ведя зерноводство, мы в большей части выращиваем именно те виды злаков, которые дают для животноводства устойчивость. То есть фуражное зерно, которое... овес, который используется для кормления животных и так далее. Поэтому рассказал о урожае, о предварительных итогах, о подходах, которые мы делаем, о тех перевооружениях, которые мы стараемся делать. Я даже ему сказал о том, что любые праздники, которые связаны, даже пусть даже там вознаменование педагогического мастерства, мы будем стараться выдавать сельчанам технику. Не уже все надо заканчивать с раздачей автомобилей и что-то в этом роде. Надо формировать по всем источникам некую производительность труда в селе. А это, конечно же, новая техника. Потому и на надомах мы выстраиваем трактора, сеялки и так далее. Для кого-то это может показаться там, может быть, как-то так не очень адекватным, но я считаю, что это принципиально важно. Я ему так и сказал. Министр Патрушев, он довольно так осведомлен о республике.
Я с большим воодушевлением ему рассказал, что именно благодаря его поддержке, я его дважды с ним встречался, когда он был руководителем Россельхозбанка, по вопросу кредита для птицефабрики. То есть наша птицефабрика, она была построена на кредитные деньги. Тоже досужие мнения существует о том, что будто бы туда вложены большие бюджетные деньги, вот там, мол, воруют и так далее. Это пусть останется на совести тех, кто готов все критиковать, мазать грязными какими-то черными цветами. На самом деле, это вот благодаря Патрушеву, руководителю Россельхозбанка, в свое время были выделены кредитные деньги, и за счет этого это предприятие, ну, плюс-минус было восстановлено. Куплено оборудование германское, те зияющими дырами эти помещения бывшей птицефабрики были восстановлены. Ну и правда, и сейчас нужно очень много денег вложить на то, чтобы это предприятие работало полным циклом, в полной мере. Я с воодушевлением почему ему рассказал, потому что сейчас в Министерстве сельского хозяйства России, да и вообще в национальных проектах, согласно майским указам президента, очень много внимания уделяется экспортной продукции. То есть сейчас государством поощряется максимально продукция, которая признана потребителями за пределы России, за пределами России. Мы-то как раз являемся регионом, у которого покупает эту продукцию. Птицефабрики каждую неделю продают яиц в Монголию там, КАМАЗами. Это очень хорошо. Надо наращивать этот объем. Поэтому я и сказал о том, что у нас есть уже продукция, которая признана монгольской стороной. И помогите нам в перевооружении, возможности финансирования в рамках национального проекта. Это было очень активно поддержано. Более того, когда я ездил в Японию, там я встречался с ассоциацией, как же их называется, ассоциация производителей гречихи. Они каким-то образом узнали, что Тува – это и есть тот самый регион, в котором должно быть очень хорошая гречиха. Тут я, конечно, особо спорить с ними не стал. Наоборот, горячо поддержал их, говоря, что именно на высокогорье, именно при тех климатических условиях, которые есть в Туве, вырастет хорошая гречиха с хорошими качествами. Пусть будет так. Я знаю, что в России самый такой гречишный регион – это Алтайский край. Я уже разговаривал со своим коллегой Томенко по опыту выращивания этой гречихи. Поэтому надо нам готовиться к тому, чтобы в следующем году уже посадить эту гречиху и желательно не менее 1000 гектаров, а может быть 10 тысяч, потому что те готовы получить чем больше, тем лучше. Начнем, наверное, с 1000 гектаров. В самое ближайшее время, как только наступит благодатное время для этого, приедут японские ученые, которые изучат почву и привезут оттуда семена для выращивания гречихи. Опять же, это входит как раз в те установки президента и в том числе те федеральные источники, которые есть по Министерству сельского хозяйства, поддержку экспортно-ориентированного бизнеса. Надо воспользоваться этим. По крайней мере, тех перевооружений сельского хозяйства, возможности увеличения большего количества техники, вот это, мне кажется, поможет нам. Это тоже с большим радостью рассказал, и, вернее, получил к моей большой радости поддержку в этом деле. Я думаю, что дело за нами. Надо нам активно готовить заявки, выявлять тех, кто готов этим заняться, и вокруг фермеров, которые готовы работать, трудиться, формировать вот такую государственную поддержку. Конечно, когда со стороны государства поддерживается 309 миллионов рублей,
а со стороны скудного республиканского бюджета выделяется 367 миллионов рублей, как видите, больше даже, чем федеральные субсидии, да? Вообще на поддержку сельского хозяйства у нас получается около 700 миллионов рублей. Это совсем мало. И федеральное министерство, выделяя вот эти вот деньги, 307 миллионов рублей, субсидию, соглашение, когда я подписываю, там требование такое, что 307, и вы должны вложить не менее 5%. То есть, если формально к этой теме подходить, то правительство Тувы должно выделить только там, сколько там получается, 5%. Посчитайте. 15 миллионов рублей. 14-15 миллионов рублей мы должны выделить, и на этом вроде бы как на сельское хозяйство мы исполнили государственную поддержку. Но мы-то с вами, живя здесь, понимаем, опять же повторю эту мысль, основная доходность людей именно там. Там зарабатывается возможность быть сытыми, обеспечивать учебу своих студентов и так далее. Поэтому и туда, по всем сусекам собранные деньги, вкладываем в сельское хозяйство. Я рассказал министру о нашем Каштаг для молодой семьи. Попросил его, чтобы увеличили финансирование на поддержку молодых фермеров, на поддержку семейного фермерства. Данное поручение, я надеюсь, что прямолинейно тут же было принято решение, например, выделить более 50 миллионов рублей на прямую субсидию, которая на сегодняшний день составляет там 170 миллионов рублей. Сейчас мы получим, как видите, чуть больше. Пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» в Кызыле. Успей купить шикарную шубу по самой низкой цене от производителя. Роскошные меха от «Ангелины Сэм» сделают ваш стиль совершенным. Норка, писец, мутон и различные комбинации. Здесь каждая найдет то, что подчеркнет ее статус и изысканный вкус. «Ангелина Сэм» – это низкая цена и высокое качество, и роскошь, доступная каждому. Действует гибкая система скидок. Акции рассрочка 00-24. Для оформления потребуется только паспорт. Меха от фабрики «Ангелина Сэм» – это роскошь, доступная каждой. Забирай свою шубку уже сейчас, оплати потом. Сейчас у нас действует акция при покупке норковой шубы, путевка в Пятигорский санаторий в подарок. Выставка продажи меховых изделий от пятигорской фабрики «Ангелина Сэм» ждет вас с 8 по 12 ноября 2018 года по адресу улица Тувинских Добровольцев, 22, торговый центр ЦУМ. Задолженность по кредитам и, как следствие, лишение имущества. Подобные ситуации в современном обществе не редкость. Серьезные проблемы с долгами кардинально меняют жизнь человека, порой заставляют совершать роковые поступки. Однако безвыходных обстоятельств не бывает, считают юристы. Главное – вовремя обратиться за квалифицированной поддержкой, а не пытаться самостоятельно отстаивать свои интересы в судах. В последнем случае дело обречено на неудачу. Высококлассные профессионалы компании «Юристы без границ» всегда готовы прийти на помощь отчаявшимся должникам. Юристы нашей организации помогут оспорить договор микрозайма, снизить завышенный процент до минимального, сохранить заложенное имущество, дом, квартиру, машину, ну и также помочь выйти из финансового кризиса. Компания «Юристы без границ» расположена по адресу Абакан, улица Щетинкина, 20. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный снег. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 14, минус 18, днем минус 5, минус 10. На дорогах гололедица.
Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты.